Я думаю, что сейчас будут побеждать те люди, которые пользуются технологиями. Например, сейчас на неделе рекламы я выступал с темой принятия решений и показывал, что люди не знают законы ума, по которым потребители принимают решения. Поэтому часто делают рекламу такую, как у других, не понимая глубинную часть этого айсберга. Те, кто будут знать технологии влияния рекламы на ум потребителя, как она вообще воздействует на мозг, те будут добиваться успеха. Поэтому точно так же, как и в кризисе 2009 года, когда очень много людей, которые всплыли вместе с подъемом рынка, точно так же и сейчас многие люди уйдут с рынка. И это не зависит от сегмента, будь это B2B, будь это B2C.